Здравствуйте, я Владимир Вайнер, и это мое открытие в Южной Корее. 365 открытий за 2015 год. С каждым открытием жизнь станет интересней. Смотрите на канале ruscore.tv. Новые возможности транспортных карт нам продемонстрировали на выставке, которая называлась условно Web 3.0 «Услуг для граждан». И здесь на ваших глазах сейчас вот серьезные мужчины показывают, как можно с помощью транспортной карты прямо на терминале, установленном внутри автобуса, вот, оплатить и даже выбрать себе место вот в автобусе. Вот номер 11 выбрала передо мной барышня, и следующим иду я, точно так же оплачиваю это вот тимани специальной транспортной картой микроплатежей без контакта, свой билетик тоже получаю, выбираю место рядом и иду. Но открытие в том, что на следующий день я захожу в автобус, и там вижу вот этот вот аппарат. То есть шаг от выставки, на которой демонстрируется достижение, к реальности, он вот оказался для меня всего лишь вот в течение буквально одной ночи. Один день я вижу это на выставке как знак будущего, а на другой день я уже этим пользуюсь, точно так же выбираю места и так далее. В рекламке показано, зачем это все. А затем, чтобы, может быть, не бежать в кассу, если не успеваешь, а оплатить это все и получить чек прямо там. Или прямо со смартфона выбрать себе место и так далее в любой такой вот автобус с транспортным сообщением между городами там, в час езды и больше. Вот поэтому будете в автобусах корейских, обратите внимание, новые технологии уже в действии.